В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, при силовом поддержке коллег из Росгвардии пресечена противоправная деятельность лиц, осуществивших хищение земельных участков площадью 4 гектара на территории Надеждинского района. Четверо жителей Приморского края подозреваются в мошенничестве с муниципальной собственностью путем предоставления в государственные органы подложных документов для совершения незаконных регистрационных действий. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции проведены обыски в офисах и жилых помещениях во Владивостоке и Артеме. Изъяты денежные средства в размере 1 000 000 рублей, служебная документация, ноутбуки, мобильные телефоны. Следователям отдела МВД России по Надеждинскому району Приморского края возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба. В отношении 4 фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.